Добрый день. Предлагаю посмотреть, что происходит сегодня на звездном небе. Овен. То, что Венера вышла из знака Овен, в принципе, достаточно благоприятно для Овна, потому что она создавала много негативных аспектов, Овнам было немножко хлопотно. Сейчас относительно нормально. Но Овнам рекомендуется обратить внимание на движение Марса, и в ближайшие не неделю, а полтора месяца быть более осторожными со всеми проявлениями Марса. Прежде всего, это касается машины. У кого есть своя машина, будьте более осторожны, чем обычно. Телец. Переход Венеры в знак Телец очень благоприятная для тельцов позиция. Венера управляет в этом знаке, поэтому движение ее по знаку Телец принесет тельцам материальную прибыль, какие-то интересные партнеры появятся. В общем, движение вокруг вас закрутится. Близнецы. Именно в знак Близнецы совсем недавно перешел Меркурий. Меркурий является управителем знака Близнецы, то есть это принесет дополнительную фартовость близнецам. Но только не сегодня-завтра, чуть-чуть попозже, потому что сейчас Солнце создает очень напряженный аспект планете Сатурн, которая находится в противоположном знаке. Поэтому сегодня-завтра, так, ну, 2-3 дня, будьте немножко аккуратны и осторожны. Потом Меркурий войдет уже в свои права более мощно, и фартовости в вашей жизни будет больше. Рак. Во-первых, две хорошие новости для представителей знака Рак. Во-первых, ваш знак перешел Марс. Мало того, он еще дает очень хороший аспектик сейчас к планете Нептун, которая в рыбах. То есть сейчас время активных действий. Сейчас вы будете полны сил, и очень многое из того, что притормаживалось и вы не смогли сделать, сейчас придет время для реализации. Лев. Ну вот для Львов Венера лучше бы, конечно, оставалась в Овне, но тем не менее Венера движется дальше, вошла в знак Телец, и это рекомендует представителям знака Лев быть немножко более внимательных в вопросах финансов, потому что, скажем так, лучше какие-то серьезные покупки отложить на потом, хотя бы недельки на три. Дева. Марс перешел в знак Рак, и это хорошая новость для представителей знака Дева, потому что пока он был в Близнецах, у Девы была достаточно повышенная нервозность и напряжение. Тем не менее, Солнце с Меркурием там по-прежнему остались, и Девам с одной стороны хорошо, с другой стороны будет немножко сложно. Далее, Весы. Ну вот переход Меркурия в Близнецы очень хорошая для Весов позиция. Мало того, вместе с Солнцем они создают благоприятнейший аспект Юпитеру, который находится в Весах. То есть сейчас какой-то период действовать, но осторожно, потому что Марс не в лучшей для вас позиции. То есть действовать продуманно, просчитанно. Скажем так, торопитесь, не спеша. Скорпион. Ну, сразу могу отметить, что переход, прежде всего, значимое событие – это переход Марса в Рак. Это очень благоприятно для скорпионов. Но есть маленький минус во всем этом. Венера, перейдя в знак Телец, создает оппозицию к знаку Скорпион. Но, опять-таки, ничего страшного. Просто ближайшие три недельки будьте более внимательны к вопросам финансов и к вопросам, связанным с партнерскими отношениями, заключениями договоров, сделок. Знак Стрелец. Выход Марса из Близнеца – это очень хорошая позиция для Стрельцов, потому что в их жизни достаточно было напряженно, пока Марс находился в Близнецах. Вот сейчас напряжение стало меньше. Тем не менее, на смену Марса туда вошел Меркурий, и напряжение все еще есть. Так что ближайшие, я бы сказал, недели три рекомендовал бы я Стрельцам быть более внимательны к поступающей информации, больше быть осторожным в вопросах переговоров, в вопросах взаимодействия с внешним миром. Козерог. Ну, достаточно
скажем так, двоякая ситуация у Козерога. С одной стороны, Венера в Тельце создает очень благоприятный Козерогам фон, то есть будет что-то хорошее в финансовых вопросах, в вопросах личных вопросов, иногда будет тоже хорошие сюжеты. Но ровно в это же время Марс создает напряженный аспект Козерогу. То есть, прежде всего, будьте аккуратны, если вы за рулем. Если вы не за рулем, все равно будьте аккуратны на дорогах, в движении. Скажем так, повысьте свою внимательность. Водолей. С одной стороны, у Водолея картинка симпатичная. Солнце с Меркурием создают Водолеям благоприятный фон для их деятельности. Марс особо не мешает, но немножко кризисно будет со стороны Венеры. То есть попробуйте быть осторожными с финансами. Мало того, ну, недели три может быть немножко, скажем так, нехватка денег иногда. Ничего страшного, зато Венера потом перейдет в Близнецы, и у вас будет все очень благоприятно в этом формате. А пока включите режим, скажем так, бережливости. Рыбы. Тоже двойная ситуация. С одной стороны, очень хорошая позиция со стороны Марса. Идет Марс сейчас в Раке, и Скорпионам и Рыбам это очень хорошее положение. С другой стороны, напряжение со стороны Меркурия с Солнцем. То есть сейчас период, ближайшие 3 недели, когда вам следует какими-то методами укрепить свою нервную систему. Вот примерно такая картинка ожидает нас на ближайшую неделю. До новых встреч!